Самарский меховой салон уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму в 12 миллионов рублей. Партию из 375 шуб и 27 аксессуаров производства Швеции везли в регион без оформления соответствующих деклараций. Общая стоимость изделий превышает 640 тысяч долларов и 242 тысячи шведских крон. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Везенные товары были поставлены в бухгалтерский учет магазин-салон и выставлены на продажу. Однако по запросу Самарской таможни в Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России стало известно, что самарская фирма данные товары при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза не декларировала.